Дорогой незнакомец, это к нам. Наша шхуна была атакована пиратами? Неужели пираты еще существуют? Вот это да. Они привезли нас на остров, и здесь они прячут свой клад. Я оставил записку с указанием, как добраться до сокровищ. Найди их, и пусть клад достанется самым смелым и отважным. В этом месте журчит вода. Капитан Джон. А где журчит вода? Интересно. Ну, мы найдем по этой карте. Ну что, идем быстрее. Бежим. Смотри, Валик, здесь есть флаг. Вот он, флаг. Точно, побежали. Побежали. Валик, где мы? Нам туда. Побежали. Побежали. Где мы сейчас? Вот бассейн где-то тут. Да. Я понял. Пошли. Журчит вода вот. А ну-ка посмотрим. Детская площадка, Валик. Это туда, Валик, Валик. Нам туда. Вот церквушка. Все, я знаю. Валик, идем скорее, Валик. Где флаг большой? Там желтый флаг. А это что такое? Давай, что ты смотри. Это карта! Ура! Наш отель, вот три флага. Нам надо вернуться на пляж под корягу. Быстрее, Валик! Валик, я нашла! О, это бутылка, наверное. Да, это бутылка. Давай, открывай. Что там? Открывай, давай. Вот. Валик, вот карта. Что там? Это карта, это записка. Дорогой друг, сундук с сокровищами находится на острове Черепахи. На черном пляже нужно встать спиной к морю и пройти на северо-запад 25 шагов. Капитан Джон. И здесь еще есть карта. Нас ждут морские приключения. Вот ты готов? Я всегда готов. Ну тогда поплыли. Ребята, теперь мы уже точно знаем, где находится клад капитана Джона. Завтра мы с вами отправимся в морское путешествие к острову Черепахи на поиски пиратского клада. И если вы хотите найти клад вместе с нами, то подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. И всем пока-пока!